Ой, здесь все живое. Это правый руль. И вот то, что грязи нет, но это опять же заслуга того, что она как бы ездила где-то вот в одном городе, где севера, где холодно, может быть, из-за этого она как-то консервируется, что ли. Вот была такая теория у людей. Я слышал. Что типа где холодно в том городе северном. Там сейчас в багажнике бардак, я еще не убирался, ничего не пылесосил. Там надо чистить все хорошо. Там грязновато в машине.